还在等吗？风卷飞沙，繁花落下，背对天涯。你的轮廓，黑暗中淹没，回忆住了这座，握不住你的手。Как же я устала, сил нет. Все тело болит. Ну и работенка была сегодня. Специально издевается над новенькими. А там что такое? Что это за свет такой? Как можно такое не знать? Там покой его величества. Это заклинатели лечат его. Для этого надо так много фонарей? Какие еще фонари? Этот цвет исходит от 9 священных бусин Дзи. 9 бусин Дзи? Ты этого не знаешь? Это сокровище, которое принц Айн привез из империи Тан. Я слышала, что в ночь, когда приехал принц Айн, его величество был уже при смерти. Но заклинатели использовали магию священных бусин Дзи, и его величество сразу же полегчало. Сейчас ему с каждым днем становится лучше. Он же был при смерти. Как он мог так быстро пойти на поправку? Это все магия бусин Дзи. Принц Айн вернул священные бусины и спас короля. Салон теперь герой. Уверена, что он станет королем? Не обязательно. Не забывай, что есть еще запертый в пагоде принц Ахен. Принц Ахен осужден за тяжкое преступление. Он лишился права наследовать трон. Какая наглость! Как вы смеете обсуждать дела королевской семьи? Разболтались тут. Не устали? Хотите еще постирать? Идем отсюда. Вот же она, злюка какая. Вор и обманщик хочет сесть на трон? Размечтался. Отец. Отец, ты будешь постепенно восстанавливаться. Уже очень скоро ты полностью поправишься. Священные бусины Дзи. Они могут исполнить любое желание и сделать владельца властелина мира. Знаешь, чего я хочу? В бусинах большая сила. Не поддавайся их искушению.
сохранил эту поясную дощечку? Где моя дощечка? Положил ее сюда. Куда она делась? Я распоряжусь, чтобы поискали. Джень-Джень, я нашел. Странно, как она здесь оказалась? Ваше Высочество, что особенного в этой табличке? Почему вы не расстаетесь с ней? Нет ничего необычного. Просто вещь, которую я привез из Империи Тан. Но мне кажется, что когда-то я был знаком с этим Муле. Получается, ты подарила ему поясную дощечку, а он не помнит, что на ней написано его имя? Он так сказал. Вот это да. Принц Аин потерял память? Если он не помнит себя, то и тебя не вспомнит. А значит, не вернет тебе бусины Дзи? Я думала, что когда заберу бусины Дзи, то врежу ему, что есть силы. Но оказалось, что он все забыл. Это усложняет дело. Возможно, вы что-то не так расслышали. А вдруг он вспомнит все, когда вы встретитесь? Мы должны быть хитрее. Надо подстроить вам встречу, а потом решим, что делать. Так и поступим. Генерал Бакай. Раньше вы оба, как и я, пользовались расположением принца Ахана. Но сейчас принц Ахан в беде. Король запер его в пагоде. А принц Аин узурпировал власть, пользуясь доверием короля и королевы. С этим надо что-то делать. Вы правы. Я советовал принцу Аину напасть на Чампу, используя бусины Дзи. Но он оказался трусом и отказал. Как не пользоваться таким даром? Я не могу спокойно на это смотреть. Но если мы хотим воспользоваться бусинами Дзи, сначала надо избавиться от принца Аина. Возлагаю эту миссию на вас. Мы оправдаем ваше доверие. Отлично. Выпьем за это. Королева Тойуэ и принц Аин любуются цветами в королевском саду. Когда подойдешь, просто выполняй их приказы.
Мне пришлось подсуетиться для тебя, чтобы выбить возможность поднести вино. Так что неси аккуратно. Смотри, не напортачь мне там. Ладно, ладно. А? Что это? Евнух, королева хочет угостить принца Айна этим вином. Ты не знала, что прежде чем подавать принцу вино, его необходимо проверить? Все в порядке. Можешь нести его. Слушаюсь. Сынок, ты заметил, как разросся сад за время твоего отсутствия? У тебя, матушка, добрая душа. Тебя любит народ за твои благие дела. Потому на страну снизошло благословение небес. Айн, тебе столько пришлось пережить в этом путешествии. Слуги, несите вино. Хорошо, несите вино. Вот сейчас мы и увидим, потерял ты память или придуриваешься. Что с ней? Ваше Величество, это новая дворцовая служанка. Она не очень расторопная. Я сейчас же накажу ее. Не стоит. Если она новенькая, ее просто нужно учить. Не надо наказывать. Слушаюсь. Вино отравлено. Кто-то хочет убить Мулы. Отнесите это принцу Айну. Значит, это он. Сказал, что проверит вино, а сам подсыпал туда яд. Что у тебя все из рук валится? Иди отсюда, пусть кто-нибудь другой принесет. Слышала? Хорошо. Пора бы уже. Почему ничего не происходит? Может, он не пил? Еще. Еще один кувшин вина? Евнух, служанка разлила вино. Мне велели принести еще. Я должен проверить вино для принца Айна. Ты чего? Что ты делаешь? Ну что ты стоишь? Почему не несешь вино? Евнух, кувшин вина забрали. Забрали? Так принеси другой. Живее! Слушаюсь. Вот глупая. Что тебе от меня надо? Отвечай. Это ты подсыпал яд в вино? Какой еще яд? Если не скажешь, я вылью весь кувшин тебе в глотку. Пощади меня. Я все расскажу. Это я подсыпал яд. Хотел убить принца? Кто приказал? Значит, не скажешь? Лучше смерть, чем позор. Сразимся? Помоги. Помогите. Почему ничего не слышно об осе?
Он проник во дворец под видом Евнуха еще 2 дня назад, но вестей от него никаких нет. Мы ничего не знаем о том, как он справился с заданием и где он вообще. А что во дворце? Там все тихо и спокойно. Почему так? Очень странно. Аса всегда очень осторожен. Независимо от того, справился с заданием он или нет, он в любом случае должен был сообщить нам. А вдруг его схватили? Ладно, забудем о нем. Ты проникнешь во дворец и убьешь принца Аина при первой же возможности. Будет исполнено. Что ты расстраиваешься? Нам очень повезло. В наказание за то, что ты несла вино, которое разлила, нам всего лишь надо заняться запасами фруктов. Это же такой пустяк. И почему я такой жадный до денег? Связался с бестолковой девицей ради смехотворной выгоды. Кто эта бестолковая? Я очень сообразительная, ясно? Мне вдруг стало любопытно, а что это такое черное? Вот это? Называется салак. Кожуру надо срезать ножом, а внутри будет вкусная, кисло-сладкая мякоть. Принц его обожает. А что это такое с шипами и жутко-жутко вонючее какое-то? Ты что, с луны свалилась? Это же дуриан. У его мякоти нежный и приятный вкус. Он король среди фруктов, поняла? Ну, ведь... Понюхай, вкусно пахнет. Уверен, что такую вонючую штуку можно есть. Кому объясняю? Все равно, что бисер перед свиньями метать. Дрянь какая-то, а не фрукты. Ни в какое сравнение не идут с нашими. Бестолковая. Что опять застыло? Неси скорее эту корзину принцу Аину. Только постарайся в этот раз ничего не натворить. Ладно, ладно, я уже иду. Опять хотят убить мулы. О нет, на мне одежда служанки, нет с собой гнущегося меча. Я уже решил, что там сильный противник. А оказалась какая-то девчонка. Такой болван и хочешь убить принца Аина? Это... не твой дружок был с татуировкой осы на руке? Ты его видела? Лучше спроси меня, куда он делся. Похоже, сегодня мне не уйти. Доставай свое оружие. Кто здесь? Принц Аин? Кто ты такая? Кто я такая? Глаза свои открой. За несколько дней забыл, как надо повиноваться? А ну, отвечай. Кто я такая? Что за сумасшедшая? Я впервые тебя вижу. С какой стати на меня кричишь? Негодяй, так и будешь притворяться, давай рискни. Я сказал уже, что не знаю тебя. Запомни, я всегда говорю правду. Если продолжишь, обвиню тебя в оскорблении члена королевской семьи. Простите, что опоздала. Готова понести наказание. Я не пострадал. Джень-Джень, под стражу эту женщину. Допроси ее как следует. И выясни, кто она такая.
Стой! Ты куда? Ты меня погубил! Девчонка, что ты мне подсунул, ну которая вроде дочь какого-то чиновника, просто сущее наказание. Она постоянно влипает в неприятности. Вчера ночью она совсем обнаглела, попыталась убить принца Аина. Святые небеса, ей жить надоело, а мне еще нет. Надо бежать отсюда, пока на меня не вышли. Постой. Вчера ночью она и правда пыталась убить принца Аина? Мне-то зачем врать? Где она сейчас? Принц передал ее в руки Джень-Джень. Ты же сам знаешь ее методы. Не убьет, так замучает до смерти. А девчонка не из трусливых. Попыталась убить его. Болван! Если сбежишь, а она что-нибудь расскажет на допросе, они же тебе из-под земли достанут. Ну тогда помоги. Что мне делать? Если она ничего не расскажет, так они ничего и не узнают. Командующий Джень-Джень — страшная женщина. У нее все говорят правду. Это, конечно, так. Но всегда бывают исключения. Подержи-ка. Дай ей это выпить, и тогда она тебя не выдаст. Думаешь, слюна летучей мыши сработает? Ну так сам попробуй. Там же яд. Не хочу. Помни, ты должен лично дать ей его и убедиться, что она выпила. Понял? Просто скажи ей, что это снадобье. Лишнего болтать не надо. Командующий. Ты посмела напасть на принца? Признавайся, кто ты такая? Я уже все рассказала, мне нечего добавить. Меня зовут Шивак Нана. Стражники не справились со своими обязанностями. Пришлось мне встать на защиту хозяина, и я виновата? На защиту хозяина? А я думаю, что ты убирала свидетелей. Отвечай, кто приказал тебе убить принца Аина? Не понимаю, о чем ты. Значит, не скажешь? Эту ядовитую тварь я растила 9 лет. Она слушается только звука моего барабана. Если не скажешь правду, она искусает твои внутренние органы. Так что советую тебе все-все рассказать мне. Тогда ты умрешь легкой смертью. Я правда не понимаю, чего вы от меня хотите. Меня зовут Шивак Нана. Говори, кто ты такая? Я Шивак Нана. Лгунья, почему ты пыталась убить принца Аина? Нет, я пыталась защитить его. Лжешь. Ты из Империи Тан. Ты подосланная шпионка. Я просто дворцовая служанка. Ядовитая тварь уже действует. Так и будешь отпираться? Ладно. Командующая, она потеряла сознание. Как такое возможно? Никто не может выдержать такое испытание. Неужели она говорит правду? Принц Аин. Я все видел.
Хорошо. Выпей это. Скорее. Что это? Это Лин Си велел принести тебе. Он сказал, ты в опасности, раз попала в руки командующего Джэнь-Джэнь. И это правда. Знаешь, как-то в прошлом году один ее заключенный не хотел говорить правду. Она заставила его поглотить ядовитую тварь. Так вот он умер, хотя был готов рассказать правду. А знаешь, как он умер? Видела когда-нибудь, как вываливаются кишки из живота? Ты не шутишь? Выпей это быстрее. Хорошо, что Лин Си помог мне. Мулай, оказывается, страшный человек. Нельзя вот так сидеть и ждать смерти. Эй, кто-нибудь, мне надо поговорить с принцем. Что кричишь? Рано или поздно умрешь. Зачем принцу видеть тебя? Просто передай ему два слова. Мулая, и он точно придет. Ступай. Посмотрим. Ваше Высочество, что она говорит? Просила передать два слова. Какие? Муле. 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 Это ты? Откуда ты знаешь это имя? Почему бы вам не спросить самого себя? Если мы с вами и правда когда-то были знакомы, почему я вас так называла, а? Стража. Да. Увести ее. Слушаюсь. Здравствуйте, командующий. Командующий Джэнь-Джэнь. Что? Принц Аин забрал ее из темницы и велел отвезти во дворец? Говорят, она потеряла сознание от боли. Принц Аин пожалел ее, поэтому забрал во дворец и велел позвать для нее лекаря. Командующий, почему вы остановились? Оставите эту неизвестную рядом с принцем? У принца Аина наверняка есть причина так поступать. Мы все равно ничего не можем поделать. Идемте. Твой желудок поврежден. Этот отвар должен помочь, хоть он и горький. Мне все равно, что ты сказала, Джэнь-Джэнь. Здесь и сейчас только мы с тобой. Я хочу услышать правду. Кто ты такая? Откуда меня знаешь? И что означает муле на поясной дощечке? Что вообще произошло между нами? Отвечай, глядя мне в глаза. Только правду. Кто такая ты и кто такой Муле? Слушай сюда. Меня зовут Е Юанянь. Это я дала тебе имя Муле.
Ты морочил мне голову, пока был конюхом у нас, и все ради этих бусин. Как ты посмел их украсть? Из-за тебя вся моя семья сейчас за решеткой сидит, ясно тебе? Теперь понял, зачем я сюда приехала? Понял? Чтобы придушить тебя, удавлю! Стража! Разорвать ее пятеркой коней! Если он ничего не помнит, тогда ни за что не поверит тому, что я расскажу ему. Сейчас он принц, а не мой слуга. Что-нибудь не понравится, и поминай, как звали. Но нет. Я так долго добивалась встречи с ним. Надо ухватиться за этот шанс. Нельзя, чтобы все старания пошли прахом из-за моей несдержанности. Я задал вопрос, а ты молчишь. Ты оглохла? Или придумываешь, как меня обмануть? Отвечай. Ваше Высочество, дорогой мой принц, посмотрите в мои честные глаза. Я никогда не обманывала вас и командующего Джинь-Джинь. Я правда дочь господина Шивак. Нана. А что насчет Муле? Кто это? Муле. Если честно, это мое детское имя. Значит, ты Муле? Раз уж на то пошло, придется рассказать вам всю правду. На самом деле, это меня зовут Муле. Это я подарила вам ту дощечку. А имя написано на письменности Империи Тан, потому что моя мать оттуда. В тот год на праздник плавучих фонарей мы полюбили друг друга с первого взгляда. Но тогда я не знала, что вы благородный принц. После праздника мы вместе гуляли. А потом вы бросились на колени перед Буддой и сказали, что хотите быть со мной всю жизнь. Поэтому я подарила вам свою дощечку, что была так дорога мне. Тогда вы сказали, что собираетесь в Империю Тан, а когда вернетесь, найдете меня. И с тех пор вы пропали. А вернувшись, позабыли обо мне. Поэтому я всеми силами пыталась попасть во дворец в качестве служанки. Хотела объясниться с вами. Это правда? Поверите, если я скажу, что вы воры и украли у меня нечто ценное. Вы украли мое сердце. А значит, вы похититель женских сердец. Весьма трогательная история. Но я не могу вспомнить, чтобы между нами было нечто подобное. И вообще мне кажется, что ты плетешь небылицы. Я никогда не обманываю, ваше высочество. Какое счастье, что я вас нашла. Позвольте мне быть рядом с вами. Посмотрите на меня внимательно. И правда, выглядишь знакомо. Но я ничего не помню про праздник плавучих фонарей и свое обещание. Ну да ладно. В любом случае, ты меня спасла. Так что останешься во дворце и будешь моей личной служанкой. Благодарю, ваше высочество. Хоть он и принц, но его все так же легко обвести вокруг пальца. Он таки поверил в мои рассказы. Хоть она все и навыдумывала, но откуда ей известно про поясную дощечку? Ну ничего, оставлю пока ее подле себя, чтобы выяснить, что же она задумала. Поднимайся. Благодарю, ваше высочество. Ну вот, я успешно вошла во дворец. Теперь все в моих руках.
постепенно смогу окрутить этого негодяя, потом заполучу бусины Дзи и дело в руках. Что ты тут прохлаждаешься? Забыла, кто ты? Ты рабыня. Солнце уже высоко, а ты еще не начала работать. Хочешь получить плетей? А ну, живо за работу! Уже иду. Постираешь эту одежду. Мне? Стирать одежду? А кому еще? Мне что ли тебя прислуживать? Вот этого не надо. Но ты же знаешь, что меня... Принц Айн лично взял во дворец. Так что у нас с ним необычные отношения. Я здесь не для тяжелой работы. Наверное, возникло недоразумение. Ничего, я тебя прощаю. Так, я пошла. А ну, стой! Я хотела сказать, что ты не так поняла. Принц действительно взял тебя в служанки, потому что ты выглядела сильной, и тебе можно поручить тяжелую работу. Это все для тебя. Если за сегодня не закончишь, еду не получишь. Как же вкусно. Попробуй у меня. Давай. Дай мне еще. Вот ты обжора. Ешь. Время обеда? Это наш обед. Твой обед не здесь. И где он? Ты так устала от работы. Вот. Мы приготовили для тебя особый обед. Попробуй у меня. Это разве едят? Посмотрим, что тут у нас. Ну, конечно, для особой прислуги особая еда. Мы прям все обзавидовались. Ага, точно. Так давайте поменяемся. Ну что ты, мы же не посмеем. Такую вкуснятину только новеньким дают. Давай, ешь. Наслаждайся обедом, дорогая. Идемте, девочки, пусть ест. Продолжаем кушать. Лепестки на обед, это все же лучше, чем ничего. Надо поесть, а то я так долго не протяну. Как вы и велели, мы всячески издеваемся над Наной. Очень хорошо. Продолжай. Будет исполнено. Еще ешь? У тебя работы гора. Давай за дело. Уже поела. Я сейчас с Алоэ живу под чужой крышей. Подумать только я, её нянь, благородная барышня из Империи Тан, должна терпеть такие унижения. Вот же этот гад Мулэ заставил меня заниматься стиркой. Негодяй! Мулэ, получай! Ты стираешь или избиваешь одежду? Если испортишь, потом не расплатишься. Не видишь, я стираю, чего ты еще от меня хочешь? Хочу, чтобы ты стирала с улыбкой на лице, с благодарностью и уважением к хозяину. Субтитры
Мир.